и снимем всех по периметру, потом на заднем дворе встречаемся. Это. У калитки. О, я уже зашухерил кого-то. Убей, 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 я ответь на пейджер. Я не вижу, я за кустом смотрю, вижу вопросительный знак только. А ты чё, без глушака? С глушаком. Блядь, я тебя слышал. Так, аккуратно. По периметру вокруг дома проходим и это... И на заднем дворе у этой встречаемся, у калитки. Мочите всех, кого увидите по периметру. Да, тут надо будет выбежать потом за дрелью. И как-то я не нашел, как сейфу пройти по дому, пришлось на крышу вылезать. Так, а тут, слушайте, на задней калитке камера. Пойдемте тогда с центральной зайдем калитки. И сразу в гараж ломанем. Не-не-не-не-не-не. Что-то меня палит. Камера, камера. Как она через забор-то? Я ее не вижу, она меня видит. А она отсюда видела. Не-не, я подходил, срабатывало. А ты где, снизу, да, тут? А? А, ну все. Не-не, вы куда? Я прошел по периметру. Тут вам можно доски сломать. Только там чувак стоит, палит на крыльце. Смотрите, я иду в гараж. В гараже секурная комната. Мац как-то прошел, не снял его, ну ладно. Жду вас в гараже. Ага, секурная комната переместилась. Из гаража. Теперь смотрите, ну, подтягивайтесь все в гараж потихоньку, не? За периметр войдите уже, только камеры. О, палит опять меня кто-то. Или не меня. Меня. Черт, спалили. Блять. А, труп. Труп нашли, это не я. Камера, это я. Да нормально мы продержимся, между прочим. Учить бесплатно. Найдите убежище. Так, тут где-то посылка еще есть, я находил. А они же каждый раз в разных местах. А, улики забрал. А. Ну убежище-то, наверное, в этом. О, я смарт-карту нашел. В одном и том же месте. Не особо нужно. Нет, убежище всегда тоже разное. Ну сейчас я проверю точку. Да ёшкин кот. Нет, здесь же убежище. Где? Ну вот где я там через крышу выходил, окно открывал. Не знаю, как это сделать. Я, кстати, это... Забор разобрал, мне досок не дали. И чё, где убежище-то? Ну... Я вот здесь, вот через это окно, я через него стреляю сейчас. Ох, вот меня уронили на крышу. Слева от тебя, Кирюх. Слева от тебя окошко, через крышу можно... Пройти. Во-во-во. Вот так он, ты ушел. А, ну понятно. Но не с той стороны зашли, но тут тоже можно, по-моему, разбить окно и запрыгнуть внутрь. Тут снайпера встретить осторожно. Я заложника пока возьму. Во-во-во, видал? Мац, заходи. Пока ждем, он сумку привезет. На заложника оставить, если кого-то поймают, мы его им выкупим. А куда пошел-то, блядь? Где убежище-то? Вот это. Сейф. Сейфовая дверь.
Но все равно ждем чувака с дрелью. Придется выходить на улицу, просто здесь сохраниться неплохо. Заложник за кроватью, если что. Ага. А где, где, где? Ну вот, 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 вот. Видишь дверь? Оно, видишь, часть планировки, поэтому его место не меняется. Вот сидим здесь и ждем, здесь удобно. Вот в угол, если сел, тебя и снайпера не достают, и ты видишь всех, кто ходит во дверь. А где Кирюха? А я ищу посылку. Не, не приехала она еще. А во, приехала. Нет, 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 я ищу. Я сбегаю, сбегаю. А, посылку я понял. Почему мне досок-то не дали, я не понимаю. Может, тоже надо что-то прокачивать, чтобы доски были? Какую-то способность их находить, допустим. Что-то вы дохлые все, Кирюха. Да блять, блять, блять. Понятно. Ух, их тут, арава. А может, мы и попробуем тебя это выкупить? Блин. А то я сдохну очень быстро, у меня брони-то нету как таковой. Меняйте меня на бота. Сейчас. Я найду, как это обратно туда забраться. То я путаюсь, пипец. А. Ай-вай. Не сюда же. Так, а куда? Сюда, Мац, нет? Не-не-не, вот прямо-прямо, вот в это окно, да-да-да. Так. Значит... Через 30 секунд я буду. А, не, он не предлагает пока. Вас можно обменять, вот сейчас пишет. А, во. Ага. Хе-хе. 20 секунд выгадали, спасибо. Маска наделась на тебя. Кирилл, иди ко мне. Вживую. Кирилл, назад иди. Вот это вот, забери вот этот ящик. Бур, берите. Так, Бур, ну чё, я побежал, дубль 2. Так, как бы тебя прикрыть-то? В окно? Тебя не ух видно. Ты, меня выстрелили возле окна. А тебя бот поднимает, да? Угу. Отлично. Да, снайпера, суки. Плохо, конечно, мы вокруг бегаем, надо их здесь дожидаться, чтобы патроны были. А тут что-то еще сумка с чем-то, с уликами, видимо, моя. Ништяки взял. О, пришли. А, бля. Гусеническая вот. Не, как-то они поднимаются по лестнице. Это, видимо, не та лестница. Ебать, 350 секунд. Сейчас я его модифицирую, он чуть пошустрее станет. О, прикольно. Будь встал, здоров. 90. Тут лестница-то есть вон, только встал, сюда. Да. Это говорили 15%, да, Дима? Да. И он еще самопочинку может сделать. Да что такое?
Так, ну-ка я отожрусь, попробую. Класс. Мне реально нравится уклонист. Так, чиню. Антоха, если что, я в следующий раз оставляю, я буду чинить, у меня быстро очень чинит. Окей. Щит! Как он сюда пришел-то вообще? В окно залез со щитом вместе. Ага. Реалистичненько. Купил Галил, блин, что-то он не очень. Хотя вроде по характеристикам лучше калаша. Калаш, калаш. А я взял эту, знаешь, я взял DLC с соколом, специально там у него пушка с несъемным глушителем-то, не помню как называется, типа снайперка она в батле. Такой у него длинный глушитель, как часть ствола он смотрится. Винторез. Ну что такое, в общем, по стелсу очень хорошо она практически, ну то есть она самая незаметная из винтовок. Ну винторез, походу, наш российский. Там уже на крыше двое. Не попадаю. А патрошки есть у кого-то? Не, у меня лечилки. О, плохо. А давай лечиться. Патрошки надо с этих собирать, с трупаков. У меня есть. А, нет, нету, кстати. Сейчас. Во. Ну-ка, попробуй. Класс. Класс, да? Вот. Мне их будет в идеале 11 штук. Большую часть, конечно, я сожру, потому что я без брони, но... И вам что-то останется. Что, сколько там? 130 секунд, 2 минуты. Еще, кстати, у меня 3 гранаты. У меня тоже есть 3. А вот Q, кнопка Q, это использовать гаджет. Что за гаджет? Пока вот гаджет не это... Когда электронные эти лазерные целеуказатели будешь включать. Какой-то интерактивный обвес на оружие, когда будет. А, понятно, можно куда-нибудь отвесить подальше. Вот то кнопка хорошая, какая-то херня, которую даже пока не использовал, на ней висит. Что-то они не идут. Я сидел, толпы были уже в этом коридорчике. Еще не время. У нас было трое с двумя ботами. Восемьдесят секунд еще. Дима, чини. Сумку таскают, сволочь. Он почему-то ее обратно тащит. Улики. Как наркотики, как мед. О, все, положил. Гранату словил. Что-то их тут нормально идет так. Не поняли, куда надо. Бич. Вот на балкончике прям стоит, а? Гора, нужна помощь на балконе. 27 секунд. А, я на балконе. Есть перк этот. Какая-то лебединая песня называется. Сможешь 9 секунд у тебя будет на то, чтобы убежать куда-нибудь, когда ты уже должен упасть. 7, 5. 5 секунд. И... Где крыса?
И чё там, чё там? Убейте предателя. Найдите и заберите улики. Блин, сейчас мы за ними побегаем, я чувствую. Так, мы с Кирей взяли улики, две штуки. Ага, да-да, и обе сумки там лежат. Видишь, где на улице? Че, выходим? Пипец тут их. Ну да, да. И на балконе в том числе. У нас всего 3 сумки с уликами будет. Почему? У вас с Мацаном по одной, и вон 2 там вдалеке лежат, нет? Ну да, да. 4? Нет, ну на себе-то унесем только 3. Ну да, 2 ходки кому-то. Плюс. А где фургон-то? Куда их забрать-то? Едет, наверное, как всегда. Типа, обождите там, да. Давайте в гараж их скинем. Так, я потерялся. Гараж скиньте пока. Я пошел еще за сумкой. О, все, 4. Все, держимся тут тогда. А, 4. У меня была сумка, оказывается. Я притащил, все, окей. Так, Кирюха, на. А, хотя Мацу нужнее. Мац, отличись. Давайте я вам, может, поперекидаю вторую сумку, блядь. А че вы их не мочите? Да мочим. Ну чё, вертолет какой-то прилетел, да? Да, чемодан появился. 22 метра, недалеко. Ну чё, блядь, в другую сторону 22 метра. Пойдемте, чё? Мацит, уходим. А как? На крышу, блядь, лезть? Блядь, да ёбаный ты в рот, а. Лестница. А по лестнице нельзя забраться нормально. Да, это будет сложновато. Давай, проходи туда, Баха. О, есть. Ой, получается можно... Кирюха, сдохнешь сейчас, смотри. Можно таскать тут эти улики и за все зарабатывать, короче. Собирайте все улики, все сумки. Ой, как круто, что я быстро бегаю. Пойдемте еще поищем, пособираем. Или уходим? По дому? Да. Ну я еще чутка поживу. Ты скорее, вы с Мацаном коцаны. Опасно. Все, на вертолет, да, и сваливаем. Ну давайте там. Блин, там снайпер. Ой, я в крыше застрял. Все, нет снайпера. Нет, еще один есть. А как сесть? А, понятно. Сюда встал. Блин, надо было по стелсу, конечно, ее пройти. Чудом ушли, чудом. Бродский заработок.
А, о, есть 31-й. Ура. Нож, карты открылись. Нож психопата. Я уже привык, что по 60 штук. Это как бы... А, ты про бонус? Угу. А, кстати, знаете, зачем офшорный счет там нужен? Нет. А, миссии можно покупать, с офшорного счета деньги списываются. Ну да. И в итоге там можно будет этот... In famous купить или что-то типа того. Все там сбрасывается, но оружие остается. Так, ну чё, мы какого плана задание тут выбирать? Просто... Коза. Так, ща посмотрим, что у нас тут. Есть варка мета. Хочу посмотреть, что я купил вообще. Варку мета берем. Варку мета давай. Антоха. В чем там сложность? Варка мета — это фарм миссия. Я варю, вы прикрываете. Да, да, я помню. Нет, я именно... Какие там моменты... Опасные. Никаких. Пол, максимальная броня, максимальное количество патронов. Хеллсовые патронные сумки и гранаты, то есть максимальная боеготовность. Мне ни на ФАМАС, ни на эту херню не хватает денег, короче. Ну вот сейчас нафармим. Из того, что я в DLC взял. Сейчас нафармим и... Так, мне тогда без глушака нужен пистолет. Надо все максимально мощное. Ой, броня стала доступна. Конская. Скорость, скрытность, выносливость. Классно, на магазин установил увеличенный на свой страйк этот блок 18. 32 патрона теперь. Хоксона надо освободить. Че, я возьму тогда сумку с патронами? Давай. А че взять, мины или турель? Сумку с патронами или... Хелсы. Не надо брать никакую турель. Тогда мины беру. Нет, и мины тоже не надо. У тебя нету, что ли, возможности взять сумку с патронами? Не-а. И прокачай обязательно. Иначе придется пиздить тебя. Я качаю C4, чтобы потом не надо было банки по 300 лет открывать. Дим, тогда бери лучше турель. Что там твоя мина такая? 200 лет. Турель поставишь там, где будет ферма, пусть отстреливает тех, кто в окна лезет. Все, я готов. Я тоже. Mm-hmm. Короче, смотрите, я варю, ну, как обычно, ингредиенты не берите. Стройте дом. На улицу сильно не лазьте, патроны экономьте, попробуем сварить две варки. То есть первую варку загружаем в грузовичок, смотрим, если патроны хелс еще есть, то возвращаемся, варим дальше. Зарабатываем деньги. А прожектора — это которые выключают эти черти, да? Не, прожектора — это по периметру дома позволяют видеть подходящих копов. Все равно ты уже купил.
сложно. Погнали. Сразу пробегите по кругу, доски посмотрите. Вот он говорит про какие-то доски каждый раз. Не могу найти ни хера. Ну блин, вот давайте покажу. Иди за мной. Вот смотри. Вот это доски. А-а-а. Просто, вот они где-то просто валяют... доски он нашел уже, да. Доски с топкой. Ищите доски и по ссылке. Я нашел доски. Тащите все в дом. На второй этаж докидать? А ты их не скинешь, их только установить можно. Это, Кирюха, у тебя по-любому телек в микрофон пиздит. Да у меня телек выключен, ты чё? Всё, поехали, я варю. На втором этаже? Да, патроны тут же ставлю. Но ни хрена себе здесь окон. Все, турель поставил. Или вход не заколотить. О, он бегает уже, черт. Димон, закрой вот это окно какое-нибудь, мол, в спину там нихуя черек там будет бегать. Так я уже все закрыл. Угу. Два окна вот забил. А, окей. Берегите патроны. Берегите хелсы. Не лезьте вообще. Там вот сзади от вас две аптечки, если надо будет, подбегайте, берите. У окна не заколоченного. Идет сюда. А! Да этот как его? Бульдозер. Получается, сумок нету, что ли, с хелсами вообще? Макс, как ты упал? О, а кто, кто упал? Это пришло? Этот бульдозер пришел. Ага.
чё, Кирюх, тебя не поднял бот, что ли? Он подымает и бросает, поднимает и бросает. Разломали доски, так и думал, что это временное решение. Все, всех подняли. Вроде да. Я только еле живой, а у нас хелсов вообще нету. На, жри еще. Никто не взял сумок, а? Сумки это только сброс количества падений. А лечится все вот этими штуками, по-моему. Почему? Вроде как. Нет. Что-то вот оттуда не идут никто, так интересно. А, блять, да что такое? На первом этаже, помогите. Этот спецюнит этот, блин, пинатель. Ага. Дима, сумку бросает здесь бросай сумку. Бросаю, да? Да, потому что если вас убьют, чтобы сумка не пропала. Mm-hmm. Потом будем уходить, все хапнем. Первый пришел сюда. Патроны есть, а вот хелсов нам не хватит. Там в подвале, да, стоит хеловый этот. Получается. Да, я один раз полечился. А, нет, я патроны понял. Путаю. А турель-то работает? О, идут сюда. А, чуваки, что-то восклоцают. Дозер опять, дозер сзади, внимательно. Смотри, полезли, а крысы ебаные. Вон еще аптечка, еще сейчас положу. А, вот, ешьте. Есть на первом этаже хилилка. В общем, две последних я достал. На первом этаже хилилка. Как они херели, гранаты кидают, что ли? Как меняется сложность, да? Это я ничего не швырнул. Минимальная сложность уже пипец. А чё вы стоите, не заходите, а? Все,
все, сброс. А, нет. Да ешкин кот. Каждая сумка на 600 тысяч долларов. Прикольно. Димка, полечись. Да у меня стоит этот самый мод. Я когда чуваков этих убиваю, сейчас я это самое. Еще парочку убью и полечусь. А, ты хилишься, да? О, этот пришел. Тайзер или как его там? А что ли типа темнеет, я не понимаю, как-то хуже видно. Они свет гасят. Не, ну тут нету ничего светящегося и было светлее. Ингредиенты потихоньку кончаются, конечно. Что, три сумки? Ну, ждем этого свечка. Четвертую будем варить еще. О, на втором этаже щит залез. Да, идет. Он еще сюда пришел щит. Но уже все ушел. Уже. Патрончики. Еще один, что ли? Дозер. Кирюха, смотри, там этот бульдозер, по-моему, ходит. А, ты не пришел еще? Да, блять, я в подвале. Я тоже.
идет сюда дозер. Блин, что ж такое? Гранату кидаю. Не знаю. Его это вольнуло, нет? Наверное, меня вольнуло. Мы лежим на втором этаже, тут дозер. Пипец. А вы говорите, что... что пулемет это плохо. Это я, зайка, пришел. Сумки с метом берем. Уходим нахер отсюда, блядь. У меня через 10 секунд арест. А, меня поднимает бот. Бегом, сумки с метом берем. Все, готовы? Да. Поперли. У нас 4 сумки или 3? Ну, получается, 3. А почему 3? Должно же быть 4. Ну, бот же взять не может. Ну ладно, пойдемте. А, ну, типа больше нигде не лежит. Все, валим, валим нахер. Украли? Оу, щит. Что, все, валим? Да, да, сюда, сюда все. Блин, пипец. Жарко. Чудо ушли. Фига себе. Вот это бабки. Да это не бабки, вам мало поварились. Сейчас опыта еще смотрите, сколько накинут. Да, опыта круто вообще. Очень нравится. 120 тысяч дали. Нет, 60. Винтовка АК доступна для покупки. Блин, херово, что у вас нету, конечно, сумок, и надо, блядь, четвертого живого человека, бот, это хорошо. Чё за сумок нету, Кирюх? Ну, этих, медикопатронных. Слушай, ну я сейчас могу купить, как бы, вообще не проблема. У меня аптечки, аптечки есть, просто их мало пока, их в идеале-то будет 11, мне надо качаться. Вот что это вам дали. Насадки на удлинители. Писик? Да, самоуважение. Куплю-ка я ФАМАС. Самый это, выносящая винтовка для дозера. Что-то ну, там... скорострельность у неё, 1000 да. выстрелов. Да, да, да. Сколько-то секунд там, 20 секунд, типа там, вот что лучше взять медички или эти самые или патроны? Хер знает, у меня патроны есть, бери. Антоха, у тебя же была сумка с патронами, нет? Была, я взял аптечки вместо них. Ну, один бегал, потому что блин, лучше, наверное, патроны. Вот. Ну да, я не пользовался аптечками этот раз на этой миссии.
что, еще поваримся или что? Да, водиться круто. ФАМАС тоже купить, что ли? А, гулять так гулять, взял ФАМАС, попробую. Хотя, как бы, пулемет, конечно, кроет так нормально. У него низкий очень урон. Он практически бесполезен. Он подавляет. Подавление. Сколько у тебя у пулемета? 54,3. ФАМАС 14. Ну вот. Так, мы будем вариться, да? Дима, ты принципиально ходишь с эмкой? В чем фишка? Она хорошо пулькает. Она говно. Ты характеристики-то сравнивал? Ну, я как только что-то появится более достойное, я выберу. Ну, сейчас вот посмотрим. Так. Купить новое оружие. Могу золотой АК 760. Рон дон 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 дон. А вот это самое, помните, УАР винтовка плохая, да, тоже не помню, что так такое. Патроны. Говори такой аналог из жизни, а то они это в КС у французов или у немцев такая самая прицелом. А Штейр АУК, да да. Ну, я купил что-то, оптику на нее поставил и перестал ходить с ней. О, с оптикой тут не очень удобно, конечно. Ну вот как бы я смотрю, вот. А ты мне какой АК предлагаешь взять? Самый первый, который следующий после М-ки. А, за 43,000? Ага. Сейчас его возьму. Так, надо поснимать. Так. А, это Антоха, у тебя базовые колеса прокачаны уже. Это что такое? Это навык такой, ну ты же к пистолетам идешь. Три аптечки добавляет навык колеса. Ну да, наверное, я качаюсь в этого уклониста. Просто ФАМАС вот хотел взять. Раскупил дополнение с ним. Так, ладно, я контракты сейчас найду. В принципе, можно варку мета обычную купить и повариться подольше. Но опыта и денег будет меньше. Да. Не, лучше сложность не уменьшать, если увеличиваем. Нет, ну смотри, так сумка стоит 450, вот сейчас, без сложности. А так стоило 675. И 675 уносим, а если два раза поваримся, это уже 900. Mm-hmm. То есть это в любом случае выгоднее. Ну какой уровень поставить? Ну хз. Если ты платишь там, тебе проще определить эту выгодность. Можно оверкил 1,550,000 каждая сумка. Мы не проживем. Оверкил это, по-моему, это предпоследняя сложность, да?
Да. Это минимум два игрока за сотый уровень, которые знают, что делать. Ну так что, сложность или обычная? Давай, как играли. Давай. Нормально же было. Ну нормально, только варимся мало, как бы не хватает одного человека. Где сист? Это он. Давайте эти самые Джесси Пинкмены. Позиции для снайпера не тратьте деньги. Уже потратил. Что-то не подумал. А что дает? Ну, снайпер куда можно пойти есть. Пушки. Да, да, там можно канатную дорогу на крышу. Вот она, справа. Вместо пистолета УЗИ взял. О, такая скорострельность дикая УЗИ. О, Мацет поехал. Ссылки, доски, все сразу ищите. О, доски один раз берутся, нормально. А тем более их разносят один хер. Опять на втором этаже кухня. О! Мафиоза меня мочит уже. О, нашел посылку. Что-то досок нет. Я одни еще видел, но взять не смог, там где-то у гаража, что ли, где-то там. О, я посылку нашел. А, одна осталась еще. Досочки перехапнул. Где-то еще я видел. Ссылки все нашли. Нет. А, ты нашел, да? Да, да, да. Окей. О, какой прицел неудобный у Фомаса вообще. Ой, да, все закрывает. Но долбит он вообще. О, метательное, здесь удобно. Да, блядь. О, турель заработала. Первый раз вижу. Только не попал ни в кого почему-то. Надо же было
вместо турели сумки брать. Антоха, а мне нравится ФАМАС. Я все равно не прицеливаясь стреляю всегда. Ну с три патрона-то улетят. Ну, их и побольше с другой стороны. Не-о-о. Ты такое, такое количество выстрелов, что там не хватит ничего вообще. Скорострельность, в общем, очень высокая. Рекордно. Сидит, короче, на балконе. Взрыв, отходим. Ебать. Ух ты, прикольно. А как это так? Сука. Да я взорвал лабораторию, не тот ингредиент добавил. А. Он же как бы... Он же... Варить вообще непросто, на самом деле. А на каждый ингредиент у него 9 фраз. И эти фразы, он, короче, они путают игрока. Mm-hmm. То есть он не конкретно говорит «добавь кислоту», а говорит такой: «я не уверен, по-моему, допустим, кислота сейчас должна быть». Mm-hmm. И потом бас такой через 20 секунд такой: «нет-нет, подожди, не добавляй, это хлористый там хлорид». И на каждый ингредиент по 9 штук. Это, ну, блин... Неприятно. Ладно, ладно, сейчас буду повнимательнее. Отвлекся просто. А что у тебя, Антоха, такой самый бронежилет? Не очень. Не знаю. Гей просто, гламурный одел, наверное. Блин, я не помню уже, какой я одел. А, тактика поменялась, я не сообразил, потому что... По идее, вот почему нельзя сумки перенести? Какая-то надуманная сложность. Ой. Нафига я взял? Не шали, Дмитрий. А, тут кухня на первом этаже будет. Если я не заблуждаюсь. Да, на первом этаже кухня. Значит, первый этаж надо заколачивать весь нахер. Так, что бы тебе закрыть там? Я вот к этому окну не могу подобраться, смотри. Вот, жопу закрывайте. Вот это вот, где кухня. Где я тут сидел в сортире? Тут водород и сода есть в туалете. Это я знаю, я ингредиенты в доме использую в последнюю очередь. Mm-hmm. Ну, они рядышком как бы. У меня почему-то на ФАМАСе не включается очередь. А у меня тоже, он только автоматический. Нет, у меня по одному стреляет. Нет, В. Ну да, нет, не включается, они красные у меня. Я хз, как так? Может, не прокачано что-то?
Да, вряд ли. Он автоматическая винтовка. Какие одиночные. Ребят, тут этот придурок идет сбоку. Блять, кто гранаты докидает? Да это я кидаю. А, наши свои, да? Там просто эти самые. Злодеи. Этот дозер идет. Взял на себя. Спасибо. Да блять! На улице помогите, а? Тут их столько. Ой, пиздец, неудачно я стал. Вроде доживу. А кто тебя? Да это спецюнит, который пинает. Кикер. И поперли, поперли. Друг за другом. Ой, я тоже лег что-то. Это что-то какая-то жесть вообще. Во-первых, комната на первом этаже. Ой, сейчас меня вольнут снайпера. Да. Что, я в крючку попал. Выжил гота. Мацы, сколько еще? Еще 3 минуты. Ебанулся, блядь. На балконе. Сейчас, наверное, будут спускаться. Кирилл, он с досками бегает, ничего. А, он. Валили, а? Я за домом упал. Сейчас.
снайпер. Что-то я сдохну, я чувствую. А это лечебная фигня? А, нет, это граната, наверное. О, Мацит, привет. Ага. Лечебную поставить? Да. Нам очень надо. Конечно, мясо. Remember to stay in cover. Не, это намеренно, по-моему, темнее становится. Чё бот тебя не поднимает, а? Чё, ещё варим или уходим? 30 секунд. Давайте уходим, а? Чуваки. Дозер. Нет, это щит.
Все, пошли, чуваки. Да тут какая-то жесть вообще творится. Так ты не туда вышел, Дим. А-а-а. Отлично, отлично. Кто в кого стрелять, непонятно. Блять, я так и не перезарядился. Все, уходим. А куда идти-то, ёпти? Да блять, ну посмотрите, где. Ага, давай, давай. Ага, ага. Сумки с вами, все с вами. Я вроде с сумкой, да. Не сбрасывал. В засаде сидит гад, смотрите. Где? Куда? Снизим эти сумки. Все. Блин, вообще напряженно. Что-то жесть, что и меня там прихватили. Ну конечно, контраст. Одна. Один череп уже такая жопа. Каждый раз. Во, люди по 11 часов варят, они потом седые в конце. Нет, нет, это не одна миссия, Антоха. Они просто вот как мы садятся и 11 часов одну миссию проходят. А у тебя второй мацет пистолет же? Нет, у меня это самый УЗИ. Ага. Бэйби Дигл бери. Урон 100, сколько там, 160 что ли? О, Антохе, продай маску, греческая трагедия. Чего? Маска нужна? Да юмор. Да нету, Антохе, нормальная броня, мощная. Да. Короче, мне Фамос понравился. Конечно, о потрошках думаешь, но... Еще чуть-чуть. 150-145 очков. Я буду двурушник наконец. Ты кого качаешь? Ворот я качаю. То есть шанс того, что меня промахнуться, если я стою 50, если я бегаю 65. Две береты. Урону каждой по 80, что ли, в конечном итоге, когда она накачана. Ну и все такое. Куча аптечек. Быстрые ноги. Слушай, я на Фамос поставил автоматическую стрельбу, гаджет. Ну, значит, недоступно по умолчанию. Вот, да, он как бы полмиллиона стоит. Поэтому так палит. Ну чё? Что дальше?
Давайте попробуем очень сложно. Давай. Так, это 4 магазина. Там 4 магазина, надо будет их пограбить с дрелями, я так понял. Каждый в один сядем, будем отстреливаться. Это 4 магазина? Да. Бот-то в четвертом не сядет. Проблема. Ну, к самому красивому пойдет. Если, да, это, если надо, баба. Да? Нас быстро убьют. День можно пройти, не подняв тревоги. Да-да. Поздновато. Я пытался там... Не получается. В брониках идут, не палятся вообще. Вот видите, то есть их в принципе 4. Вот The Grusha Story, смотрите. The PR Story. Вот там вот 24L7 и вот китайщина Kung Bo какой-то есть. И вот еще самое сложное, по мне так самое открытое, это... Тайм-аут, да. Хер знает. Или давайте все с одного начинать. Или разделимся, не знаю как. Вот тогда патроны хилиться никак, если разделимся. Антоха, там через окна только с палевом заходить можно. Ну чё? Одеваем маски? Не-не, погоди. А, ну палево тут, да. Повара стоят. А, нет, с одной стороны камера, с другой стороны люди. Покупаны стоят, да. То есть то на то, на самом деле. По ссылке только можно поискать. Ну чё, давайте погнали. С Apple начнём. Okay. Пойдёмте в Apple. Ну что здесь надо делать? Украсть 15 тысяч. Но с учетом того, что очень сложно, я думаю выжить. А, дрелить надо, понятно. Пять посылок тут еще лежит. Follow me. Come with me. Follow me. 123 секунды, Дима, прокачай, прокачал, да? Угу. 80 секунд. А давайте не будем палиться, может быть зайдем в подсобку? Соломалоса. В подсобку, патроны из жизни, все берегите. Ой, блядь, там два сейфа. Follow me. Come along now. Follow me. On the ground.
починю. Да я уже наполовину починил. 40 секунд. А на второй 87. Ну пока что-то не горячо тут, да? Чё там за юниты-то хоть ходят? Пока обычные хопы. О, да сейчас перейдут. Какие-то модные юниты. Ну это покрепче, типа после синего спецназа приходит такой обычно, а тут видимо они сразу. О, этот идет сюда, по-моему. Нет, нет, показалось. 27 секунд, полминуты еще. Да, если брать, кстати, заложника, то штурм на 30 секунд позже начинается. Прыгают, блин, балерины, нах. Каждый спецназовец по пол рожка. Все, все, магазин чистый, пойдемте в следующий. Здесь двором, двором выходим. Тут нету нихуя. И нет, сюда уходить. А, все понял. О, награбили что ли? Тазер бьет меня током. Неприкольно. А, блядь, блядь, и меня бьет. Я бота позову, меня поднять. А, 8 секунд, не успеть. Не идите. А, сейчас, сейчас, сейчас он дойдет. О, кто-то мац допинает. Мочите его, он меня пинает, гад такой. О, чё-то не могу. Сразу не замочил. А, понимаешь, Кирюха, да? Да. Да что ж такое? Сучар, сейчас он будет, блядь. Граната пошла. О, отлично. Давайте, давайте, бежим, бежим нахер. А куда? Фу,
Фургон, фургон. А все уже что ли? Да, Хьюстона не бросаем. Да. Меня тут током нафигачили. Че, все там разделились что ли? Да. Нормально. Ну уходи, надо было уходить. В принципе-то справились, просто несогласованно разбежались в конце. Как-то перехватили нас посреди улицы. Че, еще раз? Да, можно. Хоть с юнитами познакомимся, с тактикой. Так. Чё, так же сэпла? Верни, смотри. Верни. Так, не жри. Всё. Нельзя это. Down! Вепли, сейфов нету. Ищем сейфы, ищем, пацаны. В лавке сейф. В какой лавке? Ну, в этой самой. В китайской. А, понял. В китайской? Ну все, чё? А где-то второй же должен быть, да? Да чё, мой изложник не пришла, что ли? О, уже подходит. Чертяки. Две минуты. Hey, Wolf, come with me. Мац куда-то далеко ушел. Что-то ищет второй сейф. Да, он в этом магазине. В дурацком самом дальнем. Блять. Ну идите туда, я тут закончу. Идите там, скрывайтесь. А то. Окей. Тут нормально, тут безопасно. Бота с собой бери. Пошел. Ну его позову, он добежит. Сверху пришло что-то, блядь. Чуть не обосрался, блядь. Я 70 секунд. Надымил, чертяка. У нас 85. Так, стану я куда-нибудь сюда, хотя не видно ни хера все равно, блин. О, идут черти. А что если так? Я 40 секунд еще.
60. Во, блядь, пошли нахер. Во, помогите, а, помогите мне, блядь, меня пинают тут. Прикиньте, он через кондиционер с потолка зашел. Да-да-да, есть такое. Вулф упал. Сейчас меня поднимать. Тайзер ёбнет, по-моему, судя по звуку. Не успел. Бабки. Да, тайзер пришел. Чё, мы, Кирюх, вместе пойдем к отсюда, да? Да-да-да. У меня дверь поломалась, сейчас её сделаю. А все, мы же уже ждем фургон. А у меня еще 30 секунд. Только без меня не уходи. Патроны есть? Надо, нет? Не-не-не, нормально. Вон там ходит, черт, прыгает. Че, если мы быстро побежим, вряд ли нас положат. К Мацду. А вон ходит. А давай, давай лучше пройдем огородами. Давай. К тому же неизвестно, кому куда идти. Нам. Все, открылся сейф. Подожди пока. Ждем фургон. А. Определяемся. Кирюха, ты нездоров. Смотри. Немножко, да. Stay back. Watch yourself. Все, сейчас пойдут. Гранаты-то, если что, есть же у вас? Одна штука. У тебя их три. Да-да-да. Ага. Ближе к нам. Да, да. Надо Мацда тогда прикрыть, пока он будет отступать. Дима, давай к нам, к нам. Прям на меня. Блядь. Помогите этому. Бота гранат... бросаем. Гранату кидай. Бросаем бота, бросаем. А Мацда... Кирилл, лечись. Пошли, уходим, уходим. Блин, я не туда прошел. Да блядь, да как так-то? Ну чё, блядь, турель что ли? Да, походу пулемет какой-то нормальный, он прям нарез писал. Ничего, жить можно, как бы. 50 тысяч, да что там неплохо. А, что-то как-то, да. Бонуса 30 тысяч зато. А у меня 59. 43. У меня тоже 43. Уже 38-й начинали с 30-го уровня. Ну, 30-й уровень у меня был уже 38-й. Эй! Ой, сейчас я, наверное, двурушником стану.
Но прицел, конечно, уфа, масса пипец неудобный. Ну это до первого прицела, правда, когда он будет, блин, тоже хер поймешь. Ну вот тебе, пожалуйста. Ну это неизвестно на кого, они же не для всех пушек. Ну да. Сейчас я посмотрю. У меня есть прицел, но мне кажется, я боюсь, что он слишком будет это дальнобойный. Ну вот я говорю, я на штейр одел прицел и все, блядь, перестал с ним ходить, потому что... А, нет, это на Фамас, прикинь, да, можно. Этот у меня. Акоук. Или они все одинаковые, потому что... Блин, я вот только думаю, это же все равно, это будет, как ни крути, это будет оптический прицел. Смотрите, оружие с... А, ага, понятно. Девать. Интересно, как это будет. 220 штук. А твой вот, который тебе выпал, он почем? 400 тысяч. Фига себе. Некуда. Мне сейчас не надо станет. Нет, еще надо немножко. Сколько? 36 очков.
Слушайте, а если я выберу художественную галерею и оверкил сложность, но пойдем ее по стелсу? Блять, 800 тысяч стоит с офшора. Попробуем. Попробуем, нет, говорю. Еще раз смотри, Кирюк, чего? Ну вот, остался. А, хотя слушай, с этими самыми. Можно попробовать, я ее проходил один раз. Но я предлагаю сложность оверкил поставить. Слушай, оверкил, давай что-нибудь попроще. Потому что там... вот. А, я перепутал миссию, Кирюх. Килл-то ставлю, нет? Да? Не скидываемся нахер. Килл, но пойдем по стелсу, как бы, да. Так, что там, 58 почему-то. Как говорится, семеро одного не ждут, Мацит. А чего? А он через... готов успел стать. Через 2 минуты подойдешь. Не, подожди, что я ж уже давно написал. А, да? Не, только сейчас сработало. Так, а чё такое висит, самый разодетый? О, нифига, смотрите, активов нету никаких на оверкиле. А, нет, есть. В планировании можно указать, где они появятся, я так понимаю. Не, планирование это для нас, лохов, а не выбрать место, где мы появимся. Нет, где появятся эти активы. Вот снаряжение, медицинская сумка. И выбираешь. Но у меня денег недостаточно, поэтому я не могу выбрать. А нафиг там медицинская сумка, мы будем... Не, ну нет, допустим, я, к примеру. Просто я не знал про такую опцию, это хорошо. Чё, всё? Все готовы? Умереть. Джон Уик, товарищ. Ага. Чё-то я самый заметный из вас, странно так. Это потому что я за оружие основного. Оружие плюс перки. А где галерея-то? Вон она. Напрямую. Так кто играл-то, мистер? Я играл. Ну давай, Мацит, за тобой тогда мы. Срать нельзя. Прикольно. У меня тем это.
Тем временем два новых подписчика на канале в Твиче, где мы сейчас транслируемся. КАС 11 и Вескер 28. Спасибо за подписку. Пока она бесплатная, но тем не менее приятно. Вот она популярность. Уже целых 4 подписчика, да. Один не живой, по-моему. А где бот? Без бота даже. Нет, есть. Бот всегда стоит, пока по стелсу. Палево. Это я. Немножко в окно высунулся там. Я так понимаю, что на оверкиле у охранников и чувствительность немножко другая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня кто-то увидел. И вы еще про камеры не забывайте, господа. Камеры вообще не трогайте, потому что там чувак сидит в отдельной комнате. Сначала его надо убить, да? Кто умеет спускаться на трассе в этот самый? Я не умею. Могу прыгнуть? Не, прыгать не надо. Ух, Юшкин кот. Ой-ой-ой-ой-ой. Это был я, по-моему. И еще один где-то там смотрит издалека. Мне вот лучше не ходить по стеклу. Я внутри. Камеры, блядь! Отлично. Я ее снес, ничего вроде не сработало. Тихо, да. А ты как спустился? Прыгнул он. У него четверть брони побилась. Но это не броня, это выносливость или что-то такое. Вот, там Кирюха идет, чувак. Так, иди по часовой стрелке за ним. Картину можешь украть уже, кстати. Нет. Он обходит, обходит. Да съебите оттуда, блин. Это я спалил. Че, обошлось? Нет? Обошлось-то. Спускайтесь, че вы? Я боюсь теперь, блин. Пускай. Я ничего нет, не дает снять. А вон меня опять кто-то видит, блядь. Тут зашел. Видите его, да? На второй пейджер ответьте. Мац пошел. Пипец. Мешки для трупов есть? Ну вот я могу упаковать. Сюда иди. Там камеры, не ходи, не изучай, иди сюда. Вот сюда, к этому, трупы скидывайте. Фу, все, можно сказать, что мы зашли, да? С чем я нас и поздравляю всех. Теперь, смотрите, я предлагаю как? Каждое помещение сначала исследуем на предмет камер. Не разбредаемся. Там чувак впереди. Вижу. Антоха, сядь там. А вы хотите всех положить, я так понимаю, и потом уже спокойно ходить? Угу. Ну, как-то, а как? Тут непонятно, как еще передвигаться, потому что камеры... Камеру снял. Одну. Заходим. Я слева, Мацит справа, да? Ой, ой, меня палит кто-то. Теперь Мацит, по-моему, палит. Нет? Да не меня палит. Ответишь, Кирюх? Да. И Манст отвечает. Тоже убил кого-то, наверное. Не, он на тот же труп отвечает. Я пакую. А, кончились мешки. Это ты погорячился, Дим. Да, он далеко от самой. Да, не надо было его убивать. Ну все, стелс кончился. Alarm, guys. Listen up. You can see the access to the
Идите, помогите мне. Дрель поставил. Такие мы стелсы, короче. Тут за этой дверью охранник стоял, но я его не смог завалить. Хотя это решетка. Это оверкил, ребята, напоминаю вам. Круто же. Сейчас они пойдут с потолка так, что... Или нет. Да, я в рубашке пришел. Так все в рубашке. Ладно, переиграем сейчас. Блять. О, здравствуйте. Стоят там. Вот гранатку вы туда. Блять. Нормич. Нормич, нормич. А гранатка, Кирюх, есть у тебя? Нет? Нету, я взял. Ох, он вертлявый-то стал, а? Чертяка. Бульдозер. Да. Не, ребята, по стелсу вы чё? Да не могу перезарядиться, то что ж такое? Дозер так и ходит. Отключите барьеры какие-то. Ну, сейчас тут пока взломается. Ага. 5300 секунд, а, блядь. Идет к нам один как минимум. Ох, сразу четверо бегут друг за дружкой. Да, ничего особенного не видно. Музыка очень подходящая, конечно. Что он самое любимое? Еще не взяли. Обиднее. Нужно будет взять 4 картины, а бот картину не берет. Ну, вторая ходка, да, обычно в этом случае. Ого-го-го-го-го-го-го.
Через стену. Бага. Сколько там времени? 166. Пипец. Все, у меня последний рожок. Я болею. Все равно вдруг поможет. О, погодите, да, я попытаюсь сейчас карту. Это кровище. Вон патроны собери. Да, ты сходи вперед назад. Все, уже назад иди. Получил. Шо, как бесплатные патрончики, понравились тебе? Сбегал, блядь. Аптечка, пожалуйста. Кирюха, иди лечить. Вот там за стену пытается пробежать сквозь стену. Ну еще из это про реалистичность, например, то, что я глушак не могу снять на задании. Он у меня намертво приклеен. О, к нам гости. Да блин, сразу двоих там. А, патроны-то чё я стою? Вот у меня патроны. Ну, пожалуйста. Вон, Кирюх, здесь, в углу. Ты сильно бы не бросал нам же отсюда все равно уходить. Да, всё равно не жить, да. Были самые долгие 5 минут в моей жизни. Нормально, хорошо сидим. Антох, а чё не лечишься? А мне надо, да? Че это такое? Мац, да болельщики, наверное. А там Ферлинка что-то смотрит, ржет. Ох ты. Ух ты, как какой интересный стиль у чувака. А чё, выходим уже? Да. Что же? Что за картины там, блин? Не предупреждаете. Да ты там подбегаешь к любой, он тебе скажет, воруем, не воруем. Ух, их здесь. Где тут тазер? Ну я взял одну. Значит, идем в другой зал. Весело. А, только не разделяемся, чуваки. Ух ты. Ой. Они в стене дыру сделали. Прикиньте. Ага. Ой, тут этот псих. Ну ты, Киря, понял. Так, что, у всех картины есть, Антох? Нет, а нет. Бери, Антох. А какую? Подходи вот к картинам и... Во-во, да, да-да-да, вот это есть. На который солд наклейка в углу круглая. Вот тебя надо брать. Да опять током кто-то бьет меня.
20, что ж ты? Что-то Кирюха не стреляет, просто стоит, трясется. А, его. Его больше только что. А, щит пришел. Кирюх меня бот поднимет, смотри по сторонам. Все, спасибо. Все взяли-то? Я взял. Картин 6 вообще надо. Куда? Куда чемодан, да? Сзади щит, да. И еще один щит. Точнее, чувак. Блин, везде щиты. А-а-а! Не, без вариантов. Сверху. Что без вариантов, то 50 метров осталось. И упал, блядь. Молодцом. Меня спасайте. Бот самый крутой. А, бота там что-то трясет нормально. А тут до тебя не добраться, не вам, походу. Все. Посадили. А что на улице творится, вам лучше не видеть. Не-не, я вам говорю, со стелсом надо. Ой, этот пришел. Давай зеркал. Давайте, короче, оружие возьмем. Все возьмем по полной, но пойдем стелсом. Спалимся. Не, нормально все будет. Ой, что, одеваемся по-мощному, да? Да. А что, будем то же самое проходить? Да. Еще какие? Все, на стелс забили все? Нет, нет, мы пойдем стелсом. Просто будем готовы. Верника, вон и самый супер... Ой, супернянь смотрит вторую часть. А-а-а. Что-то знакомое. А, меня уже спалили. Нет, не спалили. А просто быстро пробежать. Все, я у окна. Зачекай, Кирилл. А? Не спускайся пока. Надо будет тут же стрелять, если палево. Возможно, сразу в несколько мест. Написано же, отмеченные картины. Их как-то пометили. Должно было навести на мысль. А чё тут никого? Никто меня не палит. А вы где? Я рядом с тобой. Мац где-то дверь вскрыл вдалеке. А, во, охрана идет. Пронесло. Чуть-чуть не дошло. Все, Кирюха зашел. Камера еще где-то там. Кирюх сзади второй. А. Блин. Отвечу на второго. Там справа камера только аккуратно. Ну я не знаю, вылез или нет, я отвечаю на труп. То есть все-таки по столсу, видимо, можно было пройти. О. Не знаю, я камеры не вижу. Труп обнаружил.
Ну ничего. О, прицел у меня появился, точно. Все, я думал, как это. Да-да-да. Ну и что, оптика? Да. Долго он, конечно, не приходит, но нормально, в принципе. Лучше, чем то, что было. По-любому, чем мушка эта мудацкая. А, клетки с картин вылазят. Понятно, что надо отрубать. Но можно их попилить. Пошел. Где этот черт-то идет? Сверху. Что-то пришло. О, он на веревке спустился как-то. Да, он и бот. А, или у тебя уже отрисовало, да? У меня только сейчас. Все, идут с моей стороны телешопки. Угу. Кто починит? Ага. Семьдесят секунд. Ну поехали. Я на сошке встал. Так что, если что, меня сзади прикройте. Позовите кто-нибудь бота, а то он мне мешает тут. Блин, заблудился. 14 секунд, подтягивайтесь потихоньку. Первым полицейский обычно прибежал без брони. А он тут сидел. А, что он сначала убежал. Все, не тратьте пули, я на сошках до. Не стреляйте, до перезарядки. А-а. Скажу когда. Ну ладно. Посмотрю как в кино. Хоть отрисовывается, что не так же они сложены, слушай, вообще отстой. Перезарядка. На сошках. Ладно, пулемет на сошках, прицела нету. Ну, типа и так хорошо. О, это интересно. Я, кстати, выцеливаю в дырку, не попадаю все равно, не коцаю его. Я со снайперским прицелом на калаше, теперь могу ему в голову попадать. А, блядь, перезарядка у меня. Спасибо. Все, встал. Сейчас бы он тебе трясунец устроил.
180 щит. Секунд. Щит лежит и не дает, главное, это... Угу, угу. Чуть-чуть башка высовывается, да. Блять, патроны кончились у меня. Положи тебе, да? Да, есть, все есть. Тебе Киря положить? Ха, прям на линии огня положил. Вообще смелый. О, этот, блядь, дозер. И по мне главное работает, гад, а ты посмотри. Не успел переключить. А, у меня нет автоматической стрельбы тут еще, да. Ух ты, скотина жуч. Аптечки есть? Сзади Крюха. Положил. Встал на сошке. Идет. Девяносто. Сто секунд. Ой, я доел аптечку. Секунд. Ну так готовьтесь, патроны, аптечки, все. Все набирайте. Патроны можно, конечно. Положить, наверное, больше не удастся, да? Тогда я свою положу. И из нее пожру, чтобы всем хватило. А, это у нее меняется текстура, кстати. Чем меньше в ней патронов, тем она худее как бы становится. 10. 7, 6. 3, 2, 1. Все, погнали. Блин, и они тоже погнали, а, хитрые. Кирюха, уходи, помираешь. Хера себе, блядь. Ох ты. Здравствуйте. Чё, еще и выжил? А, черт. Готов. Блин, а? Ты посмотри. Пошли. Сейчас. Блядь, нет! Да ебать! не выходите туда, не выходите. А, что делать-то? Не ждать же. Блин, ну пока дым, да, без маза, Диман. Нет, ты пошел все-таки. Блин. Не перезаряжается даже, а? Да, ё-моё. А я не попадаю почему-то. Вот куда гранатки-то надо, а? Неудобно же с оптикой. Ну, удобнее, чем... Прицел просто мертвый у ФАМАСа, а так это не факт, что лучше оптика. Просто она единственная открытая. Да, тут без вариантов, конечно.
нас боевой мощи не хватает. Зато мы смерти в глаза посмотрели. Страху. О, еще один дозер идет. Пошел-ка я. Бац, заходи в комнату. Лучше дождаться, пока Кирюха это раскукожится. Я все не раскукожусь. А, тут нету этого, да? Оверкил. Понятно. Реализм. Блин, я даже убить не могу. Тут у всех должен быть пулемет. А, зашел он. За щитом прячется вообще прикол. Смотрю я на вас со стороны, чуваки, и жалко мне. Нормально. Держимся.